Каждый вечер сестры ходили на Тверской бульвар слушать музыку. Садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки в белых, розовых платьях. Очень много женщин и детей. Реже проходил военный с подвязанной рукой или инвалид по костыле. Духовой оркестр играл вальс на сопках Маньчжурии. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, печально под трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку. «Катюша, Катюша», — говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, — «ты помнишь, о, любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность? Я верю, если мы будем мужественны, мы доживем, когда можно будет любить, не мучаясь. Ведь мы знаем теперь, ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, приедет из плена Иван Ильич и будет совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, бесплотно, и мы встретимся так, точно мы любили друг друга в какой-то другой жизни». Прислонившись к ее плечу, Екатерина Дмитриевна говорила: «А у меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце. Совсем оно стало старое. Ты увидишь хорошие времена, а уж я не увижу. Отцвела пустоцветом». «Катюша, стыдно так говорить!» «Нет, девочка, нужно быть мужественной.